Вот разобрал свою педаль, чтобы посмотреть принцип работы. Значит, намотана проволока, и вот эта деталь во время нажатия педали, эта деталь прибавляет скорость. Так, было сказано, чтобы посмотреть, как тут все запаяно. Но здесь очень хорошо запаяно. Довольно-таки. Вот. Провод здесь закреплен, уже не вылетит. Имеет вот здесь вот к корпусу привинчен. И заземление сюда же привинчено. Так, эти гаечки у нас, это же из желтого металла. Так, педалька ходит и здесь вот так вот работает. Потом сама же педалька ее и возвращает. Тут у нас какая-то пластмасска стоит, не знаю, что это за асбест. Так, что еще хотел сказать. Есть вот этот вот болтик, вот этот вот болт, он скорее всего регулируется, и когда педаль, чтобы до конца ее не нажимать, но вот этот вот механизм, сейчас я вам его покажу. Вот этот рычажок сюда установится. И вот так вот ходит при нажатии и возвращается. Педаль сама на пружине. Чье производство, не знаю. Здесь есть наклейка на иврите. Эта педаль от швейной машинки. Куплена на рынке. Конечно, немножко переделана. Мой товарищ Игорь, у которого, в отличие от меня, две ноги, придумал вот такую коробку, сюда приделал розеточку, и вот у него так ходят и выходят провода. Ну, может быть, немножко неудобно, но я посмотрю как-нибудь, чтобы закрепить это куда-нибудь. Так что вот такая вот педаль. Ну вот, приспособления встали сюда. Это лежат на полу. Все воткнуто. Свой скилл я храню в двух чемоданах. Здесь у меня лежит чисто этот трос. Здесь всякие причиндалы. Всевозможные. Также здесь подставка, штанга, которая выдвигается. Я ее храню здесь. Машинку сюда не кладу, машинку кладу вот в этот ящик, он свободный, там один лежит со шнуром, при закрывании не мешается. Здесь коробка с всякими насадками, здесь мешочек со всякими насадками, еще одна коробочка с насадками. И вот такой вот приборчик я когда-то нашел. Для Лех. Михаил показывал такой. Тросика от него нету, соединение вон какое, раскручивается. Я им не работал ни разу, лежит у меня. Диски, которые рубил Игорь. Так что. Это вот мое последнее приобретение. А это алмазный. Предпоследнее. Игорь мне еще подарил вот такие вот штучки. Отрезные или шлифовальные. Крупные такие довольно-таки. А теперь последний рюкзак есть. И к ним держатель. Вот такой большой. Так что таких, наверное, у меня штуки две получается. Вот. Я прикупил вот такой вот кулачковый. Да, тут надо держать одной рукой так, другой так. В общем, короче, немножко мне сложно. Работаю редко. У шланга довольно-таки
твердый пластмасс. Тросик здесь квадратненький. В общем, короче, он вылетает, если так его хранить без ничего, без укрепления его дверцы. Так, что я хотел сделать? Поставить сюда гибкий шланг, сюда закрепить приспособление. Ну вот так вот как-то. Так, воткнул в розетку от этого прибора сюда свой тройник. Скиловский предмет воткнул сюда. Вот педаль. Нажимаем, не работает. Включаем эту штуку. Положим ее. У меня есть к нему гибкий трос, шланг. Сейчас я его достану. Значит, кронштейн закреплен в тисочке. Пока все крепко. Машинка висит. Гибкий шланг здесь лежит. Можно пока вот так вот его сделать. Сейчас возьмем любую железку и попробуем гравировать. Не будет ли вылетать? Шумит машина, пришла, наверное, мусорная. Так, попробуем. Попытка не пытка. Блин, неимоверно. Я здесь сделал колечко, чтобы тоже вешать. Замучился его бросать. Вот так вдвоем висят. Больно агрессивную взял вот эту вот насадку. Сейчас насадочку поменяю. Вот эти вот наши долготребочки.